Куда ж мне спрятать мои денежки, мои кровные, любимые денежки? Советские люди часто хранили деньги в сберегательной кассе. Но не всегда. Некоторые бережливые граждане придумывали тайники. Будут всегда под рукой или под ногой. А вдруг жена найдет? Как ни странно, такое ненадежное место, как матрас, было очень популярным. Так, жена сюда точно не полезет. А вдруг сантехник придет? Типичные места для тайников были хорошо известны квартирным ворам. За батареей, в книгах, в шкафу с бельем. Как я придумал! Закатаю в банку и закопаю на даче. Ха, гениально!